Привет! Мы сегодня едем на фотосессию, которую я выиграла в Инстаграм. Это вообще мой первый выигрыш в Инстаграме. Вообще, у нас были на сегодня огромные планы. Мы хотели в Герцлю съездить погулять, но кое-кто ночью очень плохо спал, и поэтому все наши планы пошли прахом. Фотосессия у нас будет в Тель-Авиве, в Яфо. Такая? А что еще скажешь? У нас с Робертом, видите, одинаковый. Он у него тоже олень такой. Вообще у Саши есть такая же, но он еще не переоделся. В общем, ничего я не снимала, уже наступил вечер. Мы в Яфо, вот тут такая елочка. Что рассказать? Это, пожалуй, здесь, в Тель-Авиве, это самое новогоднее красивое место. Робик ужасно устал, очень плохо себя вел, не знаю, что там получится за фотографии. Вот, мы еще сейчас чуть-чуть, наверное, прогуляемся и поедем обратно в Бершеву. Тусняк тут, конечно, не то, что в нашей деревне. Давай я с ним постою. Саша пошел за крылышками. Соскучился по фастфуду. Вот вам еще раз елочка. Я покажу грустного Роберта, он очень устал. Он сегодня плохо ночью спал, и, конечно, из-за этого еще плохо себя вел на фотосессии. Я тут вещаю, наверное, ветер все будет забивать. Вот там вот елочка, у которой мы фотографировались. Старый Яфо, где мы гуляли. Идем вдоль набережной. Тебе понравилась фотосессия? Да, очень понравилась. На фотки, кстати, мы ничего особого не делали, а фотки получились, ну, достаточно милые. Вот. Роберт, правда, там на них не очень. Он везде плакал. Мы на ЖД вокзале в Тель-Авиве. Роберт уже опять проснулся. Хотела вам показать, это фортепиано. Сейчас я подойду поближе. А, это кто-то уже другой играет на нем. Военных не буду снимать. До этого гражданский играл, военного не буду снимать. Экспресс-кормление. На вокзале. Тут про поезда проходят. Спал Шарош, окей, перехобот, окей, дозвол, это на ноте.